26-26, Путвок, 2, Сырон Совета. Тревогу синоптиков вызывает ветер, и по прогнозам он может достигать штормовых значений. За ситуацией в атмосфере над русской равниной следит... Молнии сверкали в небе над Петрозаводском и... Говорим на линиях электропередачи, очевидцы сняли на... Архангельской области. На побережье Белого моря порывы достигают 24 метров в секунду. В Архангельске ветер тоже уже начал усиливаться. Сейчас его скорость достигает 12 метров в секунду. В Петрозаводске 14. Ветер усиливается.